Много веков томился Тайд в заточении в магической темнице на глубине моря. Злость и ярость его множилась и укреплялась. Мысли его были заняты лишь кровавой расправой с его врагами, ночными эльфами. Левифан, так звали его в те времена войны богов титанов, самый огромный и могущественный морской гигант на Азероте. Но настал его долгожданный час, и он вышел показать свою неописуемую ярость миру. Лич Кинг собственноручно разорвал оковы темницы Левифана и выпустил могучего зверя на свободу для участия в походе против сентинелов. Ужасен Тайдхантер в бою. Его гигантский якорь сметает все на своем пути, а власть над стихией воды позволяет призвать на помощь морские волны. Что, друзья, сегодня вот такой вот у нас прекрасный персонаж на гайде. Тайдхантер. Охотник за стиральными порошками. Ладно, не суть. Разберусь сегодня с вами, ребят, что делают у него скиллы, вообще, в принципе, чем этот персонаж хорош. И, в принципе, хочу пожелать вам приятного просмотра и надеюсь, вам этот гайд понравится, ребят. Приятного просмотра и поехали. Итак, друзья, первая способность на нашем персонаже — это таргетная способность, которая не только наносит урон, но еще и замедляет, и при этом еще и снимает армор. Это очень крутая такая, можно сказать, гангерская способность, которая, во-первых, направленная, она не массовая. Кидает у нас Тайдхантер в ЦМ-ку морфа, достает со штанов морфа и закидывает в ЦМ-ку. ЦМ-ка на 40% в течение 4 секунд замедленно. Плюс, в зависимости от уровня прокачки, у нас тут будут свои плюшки. Будет сниматься армор и наноситься дэмэдж попутно с этой способностью. Смотри, на первом левеле снимается у нас 3 армора, наносится 110 дэмэджа. На втором левеле 4 армора снимается, 160 дэмэджа наносится. На третьем левеле снимается 5 армора и наносится 210 дэмэджа. И на четвертом уровне снимается 6 арморов и наносится 260 дэмэджа. Колдаун у нас 12 секунд этой способности и монокос 120. Очень, в принципе, неприятный монокос для Тайдхантера, потому что у него очень сильные проблемы с монопулом. И, в принципе, не тратя сильно ману, этот спелл может пригодиться вам реально в драках. Но, опять-таки, смотрите. Закидываем на ЦМ-ку. Достал он морфа со штанов, кидает опять. ЦМ-ка замедлена на 4 секунды, и у нее был снят армор. И, блин, я не знаю. В принципе, все по этому спеллу. Очень полезный гангерский спелл, реально, потому что он дамажит, замедляет и снимает армор. Поехали на второй спелл. Итак, друзья, вторая способность на нашем персонаже — это способность, которая позволяет Тайдхантеру быть намного жирнее и быть намного опаснее, потому что 100% позволяет нажать ему его кнопку основную, а именно ультимейт. Чем это связано, я вам сейчас просто, чем мои слова могут быть обоснованы, я вам сейчас объясню. Смотрите, второй спелл на Тайдхантере. Что нужно знать первыми моментами? Во-первых, второй спелл у нас не стакается с айтемами, такие, как написано, смотрите. Not stack with Stout Shield and Poor Man's Shield or Vanguard. То есть, соответственно, нельзя Тайдхантеру собирать эти предметы со вкачанным вторым. Они не будут работать. Это первый момент, который вам нужно знать. Но нет ничего зазорного, не качая второй спелл. Допустим, если у вас раскачка первый и третий спелл до 10 уровня, нет ничего зазорного купить просто маленький щиток. Но это об этом не сейчас, потому что это будет уже на практике все объясняться, я вам расскажу. Смотрите, что у нас, в общем, делает второй спелл. Второй спелл у нас позволяет блокировать урон, весь урон именно физических атак. Ну, с руки, соответственно, крипы бьют, лесные бьют, герои бьют, без разницы. Плюс этот спелл у нас снимает все негативы, абсолютно все. То есть, смотрите, но есть условия, которые я вам сейчас расскажу. Давайте разберемся немного о прокачках, а потом уже поговорю вам о снятии негативов. Смотрите, на первом левеле будет у нас блокироваться 12 урона и 600 хп порог. Я вам расскажу чуть позже. Второй левел, 24 дэмэджа у нас будет блокироваться, 550 хп порог. Третий левел у нас блокируется 36 дэмэджа и 500 хп — это порог у нас. И четвертый левел у нас блокируется 48 урона и 450 хп у нас порог. Поговорим сейчас о пороге. Порог вот этот, который написан, это порог дебафа. То есть, соответственно, если нас бьют и сносят нам, ну, как на last level написано, 450 хп у нас должно оставаться. Соответственно, по утрате этих 450 хп у нас будет срабатывать наш второй спелл, будет такой эффект,
И, соответственно, как будто, знаете, тайд такого тайда искупали, и этот эффект позволит нам сбросить абсолютно все какие-то вот эти негативы. Хексы, там, яды, всякую прочую хрень, которая мешает нам жить. И тайд может также выйти со стана и, в принципе, жестко-жестко начать душить, потому что нажмет просто 100% свою кнопку. Ну, как видите, 450 хп, походу, не скоро, минус итем Левине. Итем Рапиер. Вот так вот сделаем. Минус итем 140. Видели, вот сейчас эффект был. Сейчас еще раз будет эффект. Видите, еще раз срабатывает эффект. Потому что 450 хп порог и, соответственно, срабатывает вот эта вся тема. Но есть такая приколюха. Есть такая приколюха. Если 6 секунд тайда никто не бьет, этот порог будет, то есть, как бы обновляться. То есть, если вам нанесли 400 демеджа и через 6 секунд не донесли вот эти 5 и вот эти 50 урона, то, соответственно, нужно будет опять нанести 450 урона. Но это именно касаемо last level. Напоминаю, что пороги у нас разные: 600, 550, 500 и 400 урона. 450 урона нужно нанести, чтобы сработал вот этот порог. В принципе, по данному спеллу вам должно быть все понятно. Блокирует урон, дебафит, если нам наносится 450 урона. Соответственно, это, в принципе, все. Вот посмотрите, просто нейтралы нам ничего не делают. Просто блокируется весь урон с них. Смотрите, плюс армор, плюс 48 дэмэджа. У нас есть вариативность заблочить. И, соответственно, все блочит. Наносится буквально копеечки. Просто 100% блок 48 уронов. Это очень, очень круто. Ну и, соответственно, дебаф, который позволяет нам жить. Это круто, ребят. В принципе, по данному спеллу все. Я надеюсь, вам будет понятно. Второй спелл блокирует урон. В зависимости от уровня прокачки, физический урон потом дебафит, если мы теряем много хп, а именно 450 на last level порог хп дебафа. И снимает все отрицательные негативы, которые, ну, отрицательные негативы, боже, отрицательные способности, которые нас висят. Хексы, различные там станы и прочая тема. В принципе, по данному спеллу все, ребят, переходим к третьему. Так, друзья, третий спелл на нашем персонаже. Этот спелл имеет АОЕшку и плюс какие-то свои плюшки. Давайте разберемся конкретно. Смотрите, во-первых, нажимаем спелл. Происходит такой эффект. В 400 АОЕ Тайд будет наносить урон, снимать дэмэдж с enemy, просто снимать его. И, в принципе, все. Наносить урон, я уже сказал. Давайте разберем полевельно. Смотрите, будет наноситься на первом левеле 75 дэмэджа и сниматься 45% дэмэджа с enemy. То есть, допустим, подходит вот CM-ка, мы крутимся рядом с ней, видите, у нее падает урон и, соответственно, накладывается баф. Этот баф висит в течение 6 секунд. В течение 6 секунд CM-ка будет наносить урона меньше на определенную, как бы, проценточку в зависимости от уровня прокачки. Давайте уже конкретно пойдем и просто разнесем как бы, вот эту тему всю. Смотрите, первый левел 75 дэмэджа будет наносить, 45% дэмэджа будет сниматься, на втором левеле 125 дэмэджа будет наносить, 50% дэмэджа будет сниматься, на третьем левеле 175 дэмэджа будет наноситься, 55% дэмэджа будет сниматься, и на четвертом левеле 225 дэмэджа будет наноситься, и 60% дэмэджа будет сниматься. Колдаун у нас 7, 6, 5 и 4 секунды. Монокос 30, 40, 50 и 60 маны. Висит эта тема вся 6 секунд. Какую нужно фишку знать? Этот спелл наносит дэмэдж физическим уроном. Тут, в принципе, написано Deals Physical Damage. То есть, соответственно, физический дэмэдж будет наноситься. А как вы знаете, физический дэмэдж — это чем меньше армора у противника, тем сильнее ему достанется по дэмэджу. То есть, сочетание с первым спеллом снимаем, как бы, армор и, соответственно, крутимся, наносим больше урона, и, в принципе, все так это работает. Смотрите, докачиваем спелл, крутимся, и у ЦМки минус 37 дэмэджа. А это ровно 60% от, как бы, ее дэмэджа. И, в принципе, смотрите, ЦМка начинает, в принципе, ласкать Тайда. Реально, начинает его просто ласкать. Посмотрите, Тайд почти не чувствует ничего. Это у нас еще на один раз скачен второй спелл. Соответственно, вот такой вот у нас третий спелл. Имеет хороший монокост, имеет хороший КД. Очень сильный в контроле ближнего боя, потому что на линии с ближним боем оппонент будет кричать ваш просто «Тайд, прекрати крутиться, я не могу ластхитить». Понимаете, как это работает? Ну и, в принципе, все. Физический дэмэдж, и это круто. Поехали на ультимейт, а это основная кнопка на тайде. Что ж, друзья, самое время поговорить о самой жесткой кнопке, одной из самых жестких кнопок в доте, в принципе, это ревейдж. Ревейдж — это ультимейт, соответственно, нашего персонажа, нашего Левифана. В общем, смотрите, что будет происходить. Давайте, наверное, нажмем на эту кнопку, и я вам покажу, что происходит. Смотрите, нажимаем на кнопку.
Происходит такой эффект, и все застаненные получили дэмэдж. Но стан кратковременный, стан у нас улучшается в зависимости от уровня прокачки, соответственно, о этом я вам сейчас все расскажу. Во-первых, о чем нужно знать, это то, что у нас АОЕшка 1025 ренжа, то есть, соответственно, в 1025 ренже будет у нас происходить вот этот эффект, который я вам сейчас еще раз покажу, вот так вот. Этот эффект срабатывает на персонаже, которые ближе к тебе раньше, чем на персонаже, который дальше, соответственно, смотрите. Шипы, они идут и наносят урон и оглушают. В зависимости от уровня прокачки, давайте разберем. Будет наноситься на первом левеле 200 дэмэджа, 1,5 секунды стан. На втором левеле 290 дэмэджа, 1,8 секунд стан. На третьем левеле 380 дэмэджа и 2,25 секунд стана. КД у нас 150 секунд, Карл. 150 секунд, очень большое КД, но в принципе оно того стоит. И по монокостам у нас тоже будет тут разное. 150, 225 и... 325 маны, соответственно, будет требовать у нас ультимейт в зависимости от уровня, то есть, соответственно, на первом левеле будет самое мало брать, на втором чуть побольше 225, и на третьем уже 325 маны будет брать наш ультимейт. В принципе, об ультимейте тут уже более и нечем рассказать, я уже все рассказал, это массовый стан, наносящий урон с большим кулдауном, но представьте, как этот персонаж он... Можно сказать, переворачивать, может драки. То есть, допустим, идет какой-то файт, Тайд прыгает с даггера, кастует ультимативную, и, в принципе, все в шоке от этого Тайда. Потому что он ультанул, как я ультанул вот здесь. Вот вы потом просто увидите, не переключайся, ребят. В принципе, все. Разбор по кнопкам данного персонажа заканчивается. Я надеюсь, вам было и стало понятно о том, что нужно знать на персонаже, какие у него есть нюансы, но я думаю, вам не были некоторые моменты понятны, но я вам сегодня это рассказал. Ребят, советую вам подписаться на канал, если вы чего-то не знаете о каком-то персонаже. Я уже написал около 50 гайдов с детальным разбором кнопок. Если кому нравятся такие разборы, я не буду делать короче эти разборы в любом случае, потому что вы должны знать по левельную структуру каждого персонажа. Тем самым вы поднимете себе скилл. Даже я себе его поднимаю, я играю 14-13 лет в доту. И только недавно я узнал, что у Сандкинга с Аганимом время пульсации чуть-чуть сокращается. Это, казалось бы, нюансик, но это тоже важно, ребят. Так что поэтому подписывайтесь, ставьте лайк и давайте же посмотрим практику на данный персонаж. И пожелаю вам приятного просмотра. Поехали. Хэфэ. Так, ну что, берем Тайда. Тайд Пауэр называется это. Отстирай и отмой все, что нужно. Хейл. Типа, что это? Хардлайн? Хейл. Да дайте пикнуть. Не дают пикнуть. Вы что? Ребят, ну все мы знаем, что такое Тайд. Тайд это машина для убийства. Но, к сожалению, когда команды нету, то, соответственно, и Тайда тоже нету. Да вообще, любой герой так, в принципе. А это такой герой, который именно держит среднюю позиционку в играх. Соответственно, ну, хардлайн персонаж, который позволяет делать вещи с появлением левела. Особо шмотки не нужны. Ну, конечно, даггер, конечно, да. Если есть даггер, можно поесть, конечно. А так, в принципе, ага, так, и в принципе такое, ну я мид пойду. Хейл уже ходил, поэтому идем мид, возьмем сейчас, как обычно, кинуть. Будем, короче, знаете, какую страту? Хардлайн, следующую катку увидите, ребят, следующая катка будет очень потная. Я не стал сильно заморачиваться насчет того, чтобы делать, так сказать, дополнительный какой-то жесткий контент. Просто у меня есть одна катка, очень потная, вам она очень понравится, я решил ее вставить сюда. Это запись со стрима, и на второй катке вы увидите эту запись. Некоторые ребята знают эту игру, но эту игру можно смотреть вечно. Эту игру можно смотреть вечно. Вот. Короче, в этой катке мы пойдем через страту. Будем стакать. Вкачаем 2-3 и будем стакать просто. 3-4 стака и пойдем просто фармить. Возьмем аркану. Первые темы будут у нас это аркана. Далее постараемся сделать даггер после вот этих стаков. И начнем уже душить, прыгать, делать какие-то постоянные файты. Вот так вот. Все. Больше ничего не надо. Норм, берите на победу, ребят. Я мид пойду, даггер сделаю, аркану и драки по КД от Раваги. От Раваги. И все. И в принципе ничего делать не нужно. Ну тут смотрите, тут проблемка у нас в вот этом персонаже.
будет и в Тинике. Тини, блин, ну Тини сам по себе неприятный персонаж, вы сами знаете. Одна кнопка, минус 1000 хитпоинтов. Типа две кнопки даже. Ох, ЕС плюс Тайт. Я просто кончу сейчас. Вы просто представляете, насколько может быть красиво это все. ЕС, Тайт, Тайт прыгает, бах! ЕС прыгает, бах! ГГ, ГГ. Это просто ГГ. Это просто ГГ. Цемочку взяли. Цемочка, кстати, неплохо для Тиника будет. Так, берем два мангусика, хилочку, цирклеточку, цирклеточку и две ветки. Закуп бомжа. Реально, ребят, закуп бомжа, но что поделать, что поделать. Я беру манго, чтобы брать хороший реген пассивный, плюс возможность кого-то может что-то убить. Ну, будем крутиться, конечно. Ближний бой очень сильно контрит данный персонаж, вы сами прекрасно знаете, потому что снимает стандартный, ну, свой урон, соответственно, 50. Если у вас 50 дэмэджа, с этих 50 дэмэджа будет сниматься 60%. И, соответственно, ну, все это я объяснял уже, и второй спелл позволяет нам... позволяет нам как бы быть более классным персонажем. Так, 4 секунды. Каждые 4 секунды будем душить эншентов. Будем стакать. Сразу пойдем на второй минуте, наверное. Не на второй, а как 30 секунда. И на первой минуте пойдем стакнем. Просто пойдем наглую. Нет зазорного ничего, ребят. Вначале купить щиток. Щиток. Без вкачанного второго. Но потом продать этот щиток. Ну, где-то примерно на 9 уровне. Если вы идете через 1-3. Поняли? То есть, если вы будете на третьем левеле вкачивать второй, соответственно, от вашего щитка пользы никакой не будет. Он вам не нужен будет. Понимаете, в чем проблема? Проблема именно в этом и есть. Так, гоу. Снимаем дэмэдж. Эх, не успел накликать. Гоу-гоу-гоу, танчу. Ух ты, вот это под сейф. Не получилось. Но почти, почти. Ну почти, вот просто чуть-чуть не получилось, да, но почти, почти. Прям царско выглядело это все. Очень царско. Ну разводит меня на хилочку, что ли? А чё пуш пришел, мид? Хорошо. О, хилочку. Я ж написал, что я мидлейн иду. Так, стакаем сразу крипчиков тут. Вот так вот делаем. И погнали. Промах. Понимаю. Увернулся Тайт там вообще. Такая, представляете, как эта туша уворачивается? Я нет. Ну, ЦМ-ка прям хорошо там. Почти подсейвила. Но Найкс там... сам как бы, ну, мне кажется, подзатупил. Ну, не будем тут третий юзать, потому что тут, по-моему, смотрите, Тиника нету, можно фри добивать. Так, идем во второй, в третий. Или гашек на разок. Давайте гаш на разок. Все же, как-никак, я стою на центральной линии, несмотря на то, что я пойду немного по-другому билду. Возьмем сейчас сапожок. Сапожок. И будем бегать. Оп, хорошо. Хорошо, у Тини, кстати, тоже нету ни хрена армора, поэтому в упор, конечно, будет хапать моего третьего. Был сапог. Ману можно взять заодно. Оп, добиваем. Дэмэджа у Тайда ни хрена нету, это, конечно, очень напряжно. Его немного подолбим, пацана. Хорошо. Пойдем на руну сразу. А то парень думает, что руну на топе заберет. Вот там бы кто-то забрал бы еще. Он на низу активную руну какую-то заберет. Это плохо. Придется сейчас, возможно, хил всаживать. Да, хил всажу лучше, ребят, сразу. Хил всажу, второй вкачаю. Там Тини сейчас на низ по-любому придет. Видит файт. Если там какая-нибудь активная руна, типа... Блин, не могу добить. Страшно на Тайде добивать, если честно. Дэмэджа нет ни хрена. Так, ну, смотрите, Тиника на линии нету. СС еще раз напишем. Блин, не успеваю стакнуть. А, не, ну, типа я два раза писал.
Два раза писал. Печалька. Фармим пока. Пока фармим. От Тиника бы, от его прокаста Клоаку взять бы на ранних левелах. Это конечно, топчик. Эх. Не то, не то, как говорится. Не то, не то. Можно поспамить чисто третьим. Да что ж такое, нос чешется? Нос чешется, как у алкаша какого-то. Да, конечно, ребят, сегодня на стримах меня подразогрели, ребятка. Ребятки. Братан, ты, по-моему, тут умереть хочешь, не? Ну ты псих, конечно. Опять я не успеваю стакнуть. Да ё-моё. Что за... Блин, ну это Тини отвлек. Тини, зачем ты отвлекаешь? Дай, пожалуйста, ну типа нормально постоять. Отвлекает, я стакнуть не могу себе. О, рывэдж есть, можно поесть. Тини отвлекает, ребят, не могу постакать себе. Понимаете, Тини подходит в упор, чтобы... Ну, гаш все же на один раз обязан, ребят, качать, потому что какого бы ни было страта, тем более вы стоите на миде, гаш на разок это типа топчик. Слушайте, я его убить могу. Кинуть можешь, лол? У меня тайт контроль. То есть он, я когда я до тоса нажимал, гаш. До тоса гаш нажимал, он меня затосил, все, контроль потерялся, надо было перекликать. Понимаю. Ничего страшного. Ну, ничего страшного, реально. Тут гоу, клак купим. С клакой будет полегче. Будет полегче. Сейчас возвращаемся на центральную, все хорошо будет. Все хорошо будет. Мясо. Сларк в хейле стоит. Можно убить там. Могут убить. У кого есть закупчик. Так, прокачиваем третий. Есть у нас. Надо теперь не забыть стакнуть. Ребят, там всего два стака. Один стак, вернее. Там один сток. Респаун. И один стакнутый. Докачал я третий. Уже, в принципе, смело можно рассчитывать на то, что можно будет что-то там делать. Вот сейчас идем и стакаем. Все. Не забываем, ребят. Главное не забывать. Видите, как в момент ты отвлекаешься и не успеваешь себе простакать. Сейчас простакаем. Отлично. Летающие дракошки. Поехали. Вниз будем отводить, потому что вниз это дефолтный отвод, который будет позволять, ну, нормально отвести. Гоу. Маны дам. А чё ты инвиз не взял? Лол, а чё ты... Я думал, он сейчас подойдет, типа мы тут зафайтимся. А, он пришел мне помочь пофармить. Ты мой сладенький. Ты мой мальчик. Молодчиночка. Он пришел мне помочь пофармить. Вот оно, что так, отходим. Кто зелененький у нас? Ой-ой-ой, страшно. Мама, вырубай. А у него сапога нету. Что, еще раз стакнем? Что ты хочешь? Нет, нет, ну иди отсюда, пожалуйста. Тебе рано сюда идти. Ой, сейчас чихну, по-моему. Сорян, ребят. Сорян. Нет, я себе. Мне отвод брось. Чего бы это тебе? Го, дай там стан. Дам ревейдж. Там ревейдж. Да, чика-тама-тика-тика-тама. Что за фиссура? Блин, ну вот ладно, ладно, ладно. Ну на команду, хорошо. Хорошо. Ну я просто хочу, блин, ревейдж нажимаю, хоть что-то забрать, ребят. Меня же тоже можно помочь, понять, помочь меня. Меня же тоже можно понять. Я же тоже животное. Гав-гав-гав-гав, шарик гав-гав. То есть меня же тоже можно понять. Так, найс, поотводили, сейчас будем фармить. Восьмая минутка, еще сейчас манку, пока там не манку, там отведем сейчас там. Ну, вы понимаете, всю эту контору. Оп, поехали.
Да нет! Я себе стакаю, запарил. Можно, бро, можно? Ну, пожалуйста, ну я хочу тоже. Иди, блин, стакай себе, лол. Можно, ну, пожалуйста, говорит. Ну, можно я себе, ну, пожалуйста, говорит. Все, сейчас 8-й, 9-й желательно бахнуть, это вообще было. Ой, начинается вот это на всю комнату гавканье от шарика. Понимаете, о чем я? Можно, братичка, ну, можно, пожалуйста. Такой, блин. Прикольный чел, мне нравится. Он думает, что я ему разрешу пофармить мои стаки. Сейчас. Расслабься, бро. Чил. Оп. И подстакиваем чуть-чуть. Третьим спеллом. Оп. Хорошо. Разносим, разносим, Васи, маги. В принципе, видите, они на меншин-то почти ничего не делают. Оп. Конечно, хилочка нужна будет. Оп. Сейчас бы еще разочек прокачать. Оп. Хорошо. Есть. Гоу-гоу-гоу. Оп. Отлично. Тут же умирает там. Оп. А я тут при чем, лол? Да видишь, я фармлю. Мне что? Слоу хп сорваться. Иди побежать. Ты видишь, что я на лоу... Лоу хп фармлю крипов. А ну просто я... Типа я на лоу хп фармлю крипов, он меня байтит на то, что... Ну пойди, ну пойди, отдайся, ну пожалуйста, братан. Я лучше даггер вот сделаю, ребят. Даггер есть, 9-я минута. Алло. Тайтхантер. Соберись. Все. Второй можно, в принципе, уже не максить. Мы основную задачу сделали, типа зафармили. Зафармили эншентов. Типа даггер, 9-я минута, арканы, клоака. Ревейдж сейчас бы докачать еще. Почти. Отличные тайминги. Отличный тайминг, так сказать, предмета. Хорошо, сейчас будем душить. Что там, Славки? Прыгай, мальчик мой, прыгай. Ладно, как хочешь. ГОБ. 290 дэмэджа и 1,8 секунд стана. Сейчас бы на топчик. Я иду, ребят, иду. Килли, нейтрал. Так, начинается драка у нас на топе. Свен уходит на развороте. У нас ЕС. Тут Мартретка прыгает в Рубик. Рубик умирает. Опенваунд кеш вешается у нас на ЕС. А ЕС умирает. Хорошая колба от Сэмки. Разворот. Будет продолжаться как-то драка. Ну, не вариант драться против Мартретки. Мартретки промахи. Но Найк все равно разворачивается на лоу хп. Хук попадает. У нас тут Сэмка умирает. Отлично просто. Убивает. У нас вот Мартретка подходит. Свен добивает стана просто Найкса. И все. Это ГГ. Команда Сентов делает 1-4. Немного подрабатываю, ребят, комментатором. Не знаю, вам нравится, как обычно. Вот эта вся тема. Люблю, целую. Shadow Dance нажимается у нас на Сларке зачем-то. Братишка, ты, по-моему, тут умрешь сейчас. Дай. Это просто называется дай. Ты этим молотом, не молотом, а крюком. Типа капитан Крюк. О. Капитан Крюк. Смит. Вот это чисто тема. Ребят, напоминаю, что на канале выходят гайды, фишки, различная вот эта тематика. Там, типа, каждый из вас ждет какого-то определенного героя. Я сделал уже около 47 героев доты. А, и поэтому, ребят, советую вам следить за, так сказать, моим каналом, за гайдами. Как бы, ну, все равно что-то полезное для себя да узнаете. Я вам отвечаю просто. Я фигни не скажу. Я вам фигни не посоветую, ребят. Так, гоу, сейчас дебаф будет. Я сейчас типа, ну, типа мне пофиг на их кнопки. Я типа сейчас просто нажму одну кнопку. Типа... Да ты серьезно? На пудже руинер. Минус армор даю Найксу. Погоня идет за Найксом. Тычкуемся.
Хорош, мартретка. Души, души, мартретка, души. Ну, держу третий на ласт хит. Мудак просто. Посмотрите, что делает. Ну, хукани сейчас, помоги мартретке. Ребят, как обычно, по традиции, в комментариях напишите, насколько вы орете от 1 до 10 с этого пуджа. Насколько вы орете с этого пуджа от 1 до 10, ребят. Сразу, вот просто в комменты. Ребят, это вы видели просто, что он делает. Два хука, типа, два раза меня. Как животное какое-то просто. Пых-пых-пых-пых-пых. Да, это, конечно, рофл. Страшный. Страшный рофл со стороны парнишки так надо мной издеваться. У меня же сердце-то уже не молодое. Сердце-то уже не молодое. Мартрет, гоу. Он слабенький. Пойдет, пойдет. Нет. Пойдет. Пойдет, короче, в общем. Гоу на руну. Так, есть у нас тут отличная руна. Опа. Пуджата. Отличная руна. Так, что мы делаем? Фармим дальше, короче, я не знаю, ребят, пока что-то как-то скудненько. Просто фармим и все. Просто фармим. Опа. Начинается файт, мы там пуджара задрали просто. Гэнгбэнг пуджу сделали втроем. 3x2. Хорошо, не 5 на 8. Пока фармим, ребят. Го, отведем, что ли, на 55 секунде, да? Все, поехали. Поехали, поехали. Давайте, 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 ребят, потеем. Спасибо вам большое, отвелись, сладенький. Отлично. Поехали, фармим дальше. Фармим дальше, ребят, все отлично. Все отлично. Тети не иллюзия. Чисто на энчентов забурился тут и сижу фармлю. Второй надо вкачивать, чтобы... ну, типа там уже на тройку. Надо по чуть, по чуть, по чуть. Можно вот этих рипчиков сейчас подбить немножко. Оп. Оп. Все, и уходим на базу, наверное. Возьмем меку, тпшечку. Да, гоу. Почти есть грифсы. Сейчас можно файтиться, ребят. Просто вот такие саппорт, так сказать, айтемы берем. Максим гаш. Гоу. Сейчас добьем. Их. Там засада, ребят, там сейчас ультимативно будет оценки. Хороший файт, минус 2 просто делает. Варды, ребят, надо варды. Страшно вырубай. Страшно вырубай. Ребят, страшно вырубай. Шарик, прекращай. Боже, я не представляю, насколько вам это сильно слышно. Я бы даже в такие моменты микрофон вырубал. Потому что я знаю, это очень громко. Это очень громко. Очень громко. Ну, шарик, как обычно, душит, ребят. Лайк за шарика. Ставьте лайк по трансляции за шарика. Но это не трансляция, это премьера, ребят. Не забывайте, что это премьера. На премьеры донатить не нужно. Ну, и нельзя, желательно. Потому что я потом, блин, мне так неудобно становится, когда иногда кто-то донатик закидывает в этот, в премьеру. Ведь премьера это не стрим, это премьера. На премьере вы можете посмотреть спокойно, посидеть в чатике, не услышать никакой агрессии, хейтеры меня здесь не душат. То есть не услышите никаких там, может, каких-то, ну, неадекватных суждений там. Но как бы ко всем с любовью, ребят, стараюсь относиться, чтобы вам нравилось то, что я делаю. И, соответственно, жду от вас отдачи хоть какой-то. Ну, как обычно, добиваю тавр, отлично. Просто хочу... чтобы вы подписывались на канал и проводили время хорошо, с пользой, так сказать. Дай бог здоровиться, ребят. Дай бог здоровиться. Лайк, подписка, все дела. Оп, хорошо. Хорошо. Манку кидаем. Почти есть грифсы.
Че, гоу? Ну, типа их 4. ЕС есть дагер? Вот это нежданчик, конечно. Не отменил дагер, божечки. Как я и хотел. Как я и хотел за фиссуру и чтобы не прошли. Excellent просто. Но дагер, типа, ревейдж не отменил, не отменяется ревейдж. Да шарик, пожалуйста. Не души. А, ну мне тут ГГ, типа. Шарик, не души. Не душите, ребят, пожалуйста. Не душите. Душат. Стан, стан, Свен. В массу просто стан, пожалуйста. Да стан дай. О боже, ПТ-шку забудь. Рили рак, ну стан же мог дать. Ребят, ну идет просто в наглую так. Просто мог же стан дать, засейвить. Ладно, есть грифсы, ребят. На лоу хп я бы сейчас с грифсами выживал в любом случае. Да. Опа, товара. Ребят, дизлайк за Свена. Нет, не надо дизлайки, вы шо, ребят, я шучу. Свенчик видели, как просто не доиграл. Зачем-то стан не дает. Зачем-то именно такое. Ну ладно, Тайт, типа ты поиграл уже, типа дай другим поиграть. Просто понимаете, я как бы, блин, зря умер, получается. Типа забрал, да, забрал, но типа надо походу наверх идти. Ну, вардов нету, надо варды ставить, чтобы понимать свою позиционку. И сейчас нужно... Ну, Тини, блин, типа у нас керри слабенький, я так понял. Керри надо. Нужен керри хороший. О, можно стакнуть. А, было бы что стакать. Понимаю. Боже, ну гангает, гангает, иду в лес. Пожалуйста, рещи тайт. КД, бро. Хорошо. Хорошо. Инвиз. Инвиз там. Видели, да, монетки прыгнули. А вот это, конечно, нежданчик. Видели, монетки продались. Я прочитал, что ну, в инвизе Тиник продал что-то. И типа прыгаю, я там достал его, зацепил. А дальше не хватило урона просто. Просто надо давать первый, потом третий. Тогда больше демеджа будет. Потому что третий физика идет. Но типа тут другого варианта не было. Так. От КД ульты. Пойдем на базу сходим, ребят, сейчас. Ну, Тайт такой, знаете, своеобразный. Если, допустим, нету в команде нормальных игроков, вы хрен победите, реально. Я вам отвечаю, потому что 1x9 на нем тяжело тащить. Но вот следующую катку посмотрите просто, ну, там реально как бы тяжелый гейм. Тяжелый гейм, я надеюсь, вам он понравится. Вместе. Не мигау, а хокау. Рвэйч 40 секунд. На миди бы подраться. Тини, лотар, гиперстоуны. Блин, надо дасты, я не знаю, типа. Тини с лотаром, с гиперстоунами. Это просто пушка. Ну, Тини, как обычно. Вот, блин, всегда гайд пишешь, найдется какой-нибудь Тини-пикер, который будет руинить игру. Да, найс, станы. Оу. Ах,
это мы керри. Сладенький. Фармим пока можем. Шива, рефреш, типа мои айтемы. Как бы же еще жирнее. Гоуст, возможно, надо будет от Найкс. Ребят, ну байч на себя. Хорошо, по даблкиллу сделали. Гоу-гоу, Найкса не было, это по кайфу вообще. Ну там все кнопки нажались, но я ревейджем подсейвил, типа. Ревейджем подсейвил. Да пушите просто, МП пишет там. Просто пушаете. С таким Свеном даже выиграть можно. Видите, просто кнопку нажимаю. ЕС, молодец, урывается. Гоу, туда, Т2. Т2. Тут бы Некра бы тоже зашли, кстати, потому что там латарный Сларк, латарный Тини. Но, типа, это, эти Некра раз в 50 секунд, это такое себе. Типа такое. Поэтому, ребят, Шива. Шива. Шива, делай красиво. Шива и делай красиво. Сейчас 2700 бахнем. Еще Октарин можно сделать. Снижать КД на ультимативу. Снижаю дэмэдж ему. У него дэмэджа почти нет. Пацану помогу. Жалко, нету первого. И дайгера ничего нету. Бегает там. Go Soul Booster купим. Я за Soul Booster, ребят, чтобы в Октарин выйти. Мне кажется, это будет топово. Пуш, прикольно, сейчас хотел выхукать челика, ну, типа, крипа. Если бы он его выхукал, типа, то это было бы ГГ. Оу, фиссурчику. Найс, пуш. Пуш, ну, руинер. С чистой воды. Пуш, не хукай. Лучше. Шейк виноват. Гоу Сол есть. Октарин, ребят, конечно, Октарин сделаем. Снижает КД будем сейчас. Снижаем КД, будем давать скиллы намного чаще. Лол, а почему нет? Пятьсот маны восстановили. Хорошо. Хорошо. Боже, я такой жирный. 2800. А, это просто сок. Это просто сок, ребят. Это просто сок. Я просто кайфую. Ребят, я надеюсь, вам эта игра нравится. Лайтовая такая обстановочка. Вроде есть керри, есть смешные моменты. Ну, я стремлюсь именно к такому контенту, чтобы было именно и весело, и серьезно, и, конечно же, с красивой, интересной победой, ребят. Он, по-моему, эта игра полностью соответствует вот этой... так сказать, грани. И я очень рад, если вам, ну, будет, как бы, ну, по кайфу смотреть такие игры. Но следующая игра будет просто бомбезная. Ну, ее многие видели, но многие ее не видели, поэтому я считаю нужным ее, так сказать, тоже выложить. Гоу-гоу-гоу, я помогу. Не знаю, ревейдж дам, дам ревейдж, дам, 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 дам. Дам ревейдж. Дурочка, умерла. Свенчик, братишка, ну давай, работай. Кашик даю. Ну, третьим буду добивать. Я же хитрая собачка. Гав-гав-гав-гав. Гоу. Хорошо. Хорошо. Сейчас, когда команда вот есть, вообще по кайфу.
Так, 1000 остается до Октарина, ребят. Найс. О, смотрите, кто это тут у нас. Задушили. Задушили. Почти есть у меня кнопочка. Под названием Актаринус. Хорошо, 2300 есть. Все, найс, сюда идем. Он ЕС наказал, Тиник. У Тиника все хорошо. Тиника все хорошо. Кусает, пуш у нас тут. Давай, пуш, я же тебе слот дал. Боже, пуш, прекращай такие хуки давай. Пуш, я же тебе слот дал. Ну, что-то и опасно тут стою, вообще, как бешеное животное тут стою. Гав-гав-гав-гав. Хуже шарика. Трипл килл. Это кто там-то? Свен реабилитировался. Вы видели, наверное, там сплэшем? Нифига, это оказывается, зря мы на него наговаривали. Вот так вот. Вот так вот. Жмет на иллюзии ульт. А сейчас трипл делает. Растет на глазах. Не шутите с Зоксаном. Зоксан, Зоксан. Так, есть Октарин. Слышите, у меня, по-моему, какой-то наркоманский билд. Вам не кажется? Октарин. Октарин, типа, грифсы. Клака. Типа, и все. Цуцак замолси. Сусак. Сусак. Боже, я даун. Я на серьезно. Гоу, ребят. Гоу. Я даун. Все, забудьте, ребят. 29 армора. Warcry бафнут. Эй. Вы серьезно? Сусак? Даже не дали, если честно, даже... Хоть одну ревейдж нормальную дать. Ребят, ну вот такая катка, я не буду ее перезаписывать. Следующая катка будет бомбезная. Приятного просмотра. Погнали. Поехали. Так, ну что, ребят. Решил я таки вас не мучить. И переделать небольшой геймплей на Тайдхантера. И сделать его немного интереснее. Это перезалив гайда. Вторая игра. Потому что там вторая игра, она все же с другим немного форматом, но не менее все равно интересно. Решил я все же перезалить этот гайд. Не знаю, ну надеюсь, меня сильно не осудите за это. Но ничего страшного. Так, ну что, ТБшечка, поехали. АП, Алпик, Тайдхантер, сила. Никто не забыл, надеюсь, что Тайдхантера спеллы делают. Но я, в принципе, вам рассказал, что у Тайда делают спеллы. Поэтому... Поэтому, ребятки, поехали. Так, что берем? Что берем? Что качаться будем? Через гашек. Через гашек. И постараемся максимально выфармить все, что надо. Так, будем ли мы что мы брать? Что, давайте заготовочки какие-нибудь придумаем. А, хилочка есть, хила хватает. Армора хватит. Будем второй на раз, если что, вкачаем. Ничего страшного. Будем damage блок делать. И пойдем, наверное, на эншентов, да? Эншентов будем стакать. Будем, наверное, эншентов стакать. А чё нет? А чё нет? Манка. Габазилу на линию возьмем. Такими айтемами пойдем. Наверное, надо было одну ману и одну фласку. Ничего страшного, поехали так. Постакаем эншентов. Можно 2-3 тупо выйти, но, блин. Такая двоякая тема, на самом деле, когда идешь 2-3, потому что на линии гаш, блин, опять бинды. Ребят, у кого такая же проблема? Бинды вырубаются после обновления. Бинды вырубаются. Оп, вот так включились. Гоу, сюда. Бинды вырубаются после того, как перезагружаешь дотку. То есть ты вышел, у тебя опа и...
к сожалению, бинды у тебя... Причем, знаете, какие бинды? Йо, слэш, такие, знаете, независимые. То есть 3, 4, 5 пробел это остается, а именно йо, какие-то двойные вот эти кнопки, которые там, допустим, йо, типа, ну, е и йо, типа там вот это еще, вот эти вот такая волна, такая, короче, не суть, забейте. Ребят, в общем, смотрите. А что смотреть? Смотрите геймплей, кайфуйте, ребят. Сейчас на тайде будем божить. Что у нас там по пику? Неприятный персонаж. SF, Easy, Evoker. Тоже Easy, наверное, будет. Посмотрим. Посмотрим. У нас пик, в принципе, хороший. Под тайда. Но под тайда нет, конечно. Combination Neve. И попробуем у бара сейчас руну отобрать. Мы жадины. Его попробуем. Рунку отобрать. Оу. Го-го-го. Оп, рунку забрали, убежали. Щищ! Хорошо. Так сказать, юзаем лайфхаки. Главное еще на, так сказать, на монетку лицом быть развернутыми, а то пока персонаж развернется, чтобы ее забрать. И будет, конечно, нехорошо. Так, и ну если это будут милишники на линии, стопаем крипов, мы пошли в ХЛ. Идем в ХЛ, стопаем крипов. Деда вперед, потому что деды воюют. Все, хорошо. И цешечку. Поехали. Отлично, деды. Дед в таверну отправляется. Оп, шапалаха дал. Хорошо. Хорошо. Чпоньк. Чпоньк. Боже, вот айдухи. Такая неудобная анимация атаки, с одной стороны. А с другой стороны и прикольная, в принципе. Гоу, не добьешься рано. Чпоньк. Гоу, сейчас первый вкачаю, подолбим его. Ничего страшного не будет. Хорошо. Вот эти байтеры на латенс 35. Так не люблю руки с клавы убирать, потому что у меня микрофон посередине стоит. Кстати, с таким звуком намного лучше писать, я так считаю. Так, бара у нас что-то. Извращенец какой-то. Эх, баратрумы, баратрумы. Ну что ж ты баралаешь на меня? Оп. Птичка. Хорошо. Ну, тавр подзапушили мы сильно. На эншентов я все же не буду успевать, потому что тут вроде изи линия. Все, гол сапожок. Также, ребят, будем играть через грифсы, потому что грифсы это пушка. Пушка, которая нам помогает выигрывать катки. А гол прогуляемся, может... Вот так вот. Вон он, легион, смотрите, с дабл дэмэджем, с лоу хп. Ах ты ж, легион такой. И пресс-атак себе вешает, и всё. И всё, бара такой, да ну нафиг. И, короче, убегает. Ребят, я всегда за позитив в катках, поэтому вам тоже советую, так сказать, побольше позитива, радости. Интереса дота для этого и создан. Но на стримах, конечно, по-страшному у меня все. Вот это дело. Но ничего страшного. По крайней мере, стримы без мата. И это радует. Бывает иногда, конечно. Жжение небольшое. В области позвоночника. Но ничего страшного. Так, отдают мне соло-линию. Это очень хорошо. Ты куда? Ты отдаться мне хочешь, что ли? Стой, отдай салу. В конце концов, сало-то отдай. Все, улетел. Стики против него нужны. А тут до арканы остаются копеечки. Гоу. Манго. Манго не будем трогать. Маночку закинем. Пошла, смотрите. Убили на миду кого-то. Хорошо. Пошла. Не хочу, чтобы он мне ману сбил. Смотрите, бежит наглую. Ты шо? Ты шо, Вася Пупкин? Вася Пупкин. Страшный. Оп. У него хп так немного на самом деле. Эх, третьим я не попал. У него хватит хп там. Он все еще приколюха, он третий себе качает. Поняли, да? Он третий себе качает. Парень что-то знает в этой доте. Походу. И стик берет. Он, кстати, неплохо будет меня резать в лейт-гейме, на самом деле. Это такой герой будет, Ризрачек.
Вначале он хлипкий, а потом он может, так сказать, дать просраться. Грубо уж говоря, так. Гоу, манку. Давайте сейчас аркану не будем брать, не будем ставить. Просто пока постоим. Смотрите, СФ гонга там. Ману сейчас восполним чуть-чуть и возьмем аркану. А то я так с большим монопулом ману восстанавливать буду до конца своей жизни. Так, ну что, цешечку берем. Второй не качаем. У нас тут чисто в демедж сейчас пойдет все. Идет ману сбивать, да? Ну все, ты напросился. Неа. Да, так смешно звучит, гоу. Манго юзаем, фу ману, 500 маны. Добрый вечер. Че, биротан? Как фарм? Чпоньк. 4 армора. Чпоньк. Сейчас еще 1.2, 1.3 ему ГГ. Чпоньк. Бара бежит. Там бара разберется. Бара разберется. Давай, бара, бара, братишка. Смотри, что делает наш ризрак. Давай тычку ему. Хорошо, в таверночку. Есть у меня волшебная кнопка. Угу, 5-й левел. Что ты мне 5-й левелом хочешь сделать? Ничего ты не делаешь. О, бара с урночкой. Барочка, урночку кидает. Молодчиночка. Смотрите, что делает. Задрот на баре, ребят. Все же. Бедный СФ там, СФ агангивает. Че, может попробуем через медальку? Не знаю, колечко взял, хотел в базилку, а тут как бы, ну, фрилайн, по сути, тут базила, в принципе, и не нужна, а регена будет хватать. Сейчас стик возьмем. Да что ты меня тут... Оп. Гоу стик. Вот так возьмем. Эх, жалко, не хватает. Я там вообще фул закуп сделал. Закуп успел. О, 6-й левел у пацана. Все, подходить нельзя. Опасно. Ну, дельку берет, меня просто сгрызут тут по 6-му левелу, пацаны. Гоу, восполним себе манку, хпшку. Манку, хпшку. И стоим дальше в хейле. Типонька. Как крипы добил, братак. Братак. Нормально. Нормально. Ой. Братка. Зайди, выиграй у админа. Понимаю. Кстати, хорошо крипы, да, дамажат без второго? Хорошо дамажат прям. Бедного бару там гангают. Ой-ой-ой-ой-ой. Бару загангали. Бару гангает. Так, ну что, Лего, ты где, братка? Не надо меня трогать, у тебя там минус 20 дэмэдж. Ох, что баратрум агрессивный. Гоу, зайдем, СФ очпокнем. А то чё, АФК стоим? Покадей разгон тебе. Вот так вот, СФ. Это тебе не шутки. А он там, наверное, сейчас будет СС спамить. Где СС? Где СС, Лекси? Ну, на самом деле, да, я бы тоже возмутился. Что это тут тайт пришел с хардлайна? Вместо того, чтобы стоять АФК на низу. Я бы тоже возмутился. Я еще возмущен, почему... Типа, блин, я вообще тут что-то стою, делаю. Так, крипчик, отстань от меня. Ох ж те крипы, ребят, вас тоже такие крипы наглые бесят? Гоу, на самом деле, второе вкачаем. На разок. Хоть немножко, но смягчим. И надо бы ТПшечку носить. ТПшка. ТПшка, ТПшка и хилочка. Хорошо. И гоу ризрака гонять немножко. 8-й левел. Парень соул себе собрал. Хорошо стоит, хорошо пердит. У него все прекрасно. Отстань. Отстань. Что-то хочет от меня. Не понимаю. Так, добью тут. Ребят, ну нужна будет хелпа, зовите. Я, если что, с ТПшечки. Вау-вау-вау, привет, как дела? Все как надо. Сейчас бы постакать. Эх. Как-нибудь бы здесь, знаете, таки встал такое чисто. Запалился. А тут никак, да. Раньше, по-моему, можно было с снайпером становишься. Прорубаешь деревья и начинаешь долбить. А сейчас нельзя.
Вот так и живем. Не хочу на самом деле. А, все, хочу. Потому что тот чубзик на мидлейне. Тут нечего бояться, в принципе. Беротон, не души. Не души. Не души. Ух ты. Страшный. Страшный. Больно, не надо. Но убьет он меня тут. Да, убивает. Нормально, на стиках разнес меня. Но он третий качает, он первый у него вообще не раскачан. Фига, нормальный пацан. Если честно, я думал, залуплю его. У него армором, вот смотри, как вывозит. Два, ну, сейчас армор, он не настакан у него. Он на крипах настакивает и может спокойно нападать. Но умрет тут. Бара, задушит его. Эй, Бара, ты что? Дай урну ему. Мог развернуться, дать урну. Но никак. Блин, я чувствую, если честно, себя АФК, когда вот такие каточки. Тут нужно как-то активничать более лучше, что ли. Потому что, ну, такое, стоять просто на линии ВС Ризрака и ни хрена не делать, это, конечно, интересно. Ну, Ревейдж слил, добрый вечер. Бар, лестница, надо душить. Хорошо, побежали. Не бьем, после каты будем бить, хорошо. Хейст, понимаю. Нету смысла. Если только... Не-не-не, бестолковщина. Бестолковщина. Повезло так повезло. Повезло так повезло. Оп. Там вокер. Да плевать на вокера. Даггер надо доделать. Чуть-чуть остается. Чуть остается. Он СФ стоит. Вокер-то поделает. У меня КД, ребят, 40 секунд. Ой-ой-ой, торнадо метеорович. Давайте лучше СФ вот тут подравняем. Оп, хорош. А ты что так в упор идешь? Фига, инвокер. Фига, я вообще, смотри, что делаю. Ну, пацаны, что-то там, если честно, потерялись, походу, в микроконтроле. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Вот правильно пишет BG97, ребят. Да, можете поставить лайк и подписаться на канал, кому нравится такой контент. И я пытаюсь сделать что-то интересное, разнообразное. Надеюсь, некоторые ребята это понимают. Но есть ребята, которые этого, к сожалению, не понимают и выливают только негатив, ребят. Вы, блин, вот вы, конечно, жуки. Ребят, вот вы жуки. Ну, ничего страшного. Рано или поздно все равно начнете поддерживать, потому что, ну, я стараюсь ко всем хорошо относиться. У Леги там, по-моему, уже Лотарс Эйдж появляется. У нас есть даггер. Ризрак. Давайте сентрик на миди поставим. В любом случае, он нам тут пригодится. Вот тут поставим. Так что, ребят, спасибо вам большое, что смотрите. Сорян за этот перезалив, но вторая каточка, чтобы была... полноценно интересно, нужно потненько, так сказать, тут все это организовать. Так, Леончика у нас тут наказывают. Ну, Леон, братка, плохо. Ты, конечно, сладенький мой каркатик. Так сказать, коко джамбо ты. Так, Бара набегает у нас на волшебного легиона. У легиона есть инвизибилити или нету? Хорошо. Душу, душу. Задушил. Задушил Эсефиус. Душим Эсефа. Душим Эсеф. А, нет, не надо. Вот как так запилил? Бро, не дальше мути мне тиже. Сказали, что муть 20 дней. Обижаю щутка. Я забыл, кстати. Я забыл вырезать надо было. Там со стрима. Крин, вытащить и все. Блин, печалька, да? Ризрак-то пилит чистым демеджем. Ну, еще одна трипл-трипл-стил, еще один, так сказать, организован.
Еще один трипл стил организован. Ризрак у нас будет проблемой на самом деле. Блин, Сильверейдж соберу против него. Вообще по-страшному ему будет. Сентричок тут поставил, ну не блокует, не блокует. Гоу сейчас на топчик. Бара с базы бежит, да? Там Лего. Понял. Гоу даст возьму. Опа. Хорошо. Душим пацана. Блин, знал бы, что он лопнет, я бы и не давал бы. Ребят, грифсы хочу на самом деле очень сильно. А вы хотите? Я очень хочу, честно. Очень хочу. Очень сильно грифс хочу. ХП, мана, все, чтобы было. По кайфу. Тайдом, блин, я кайфую сейчас играть на Тайде, потому что Тайд это такой персонаж, что ты берешь, играешь с командой. Так сказать, как... Оп. Я добиватель 2-2-8. Чпоньк. Очень приятный персонаж в плане того, что можно вот так вот, ну, файтиться прям хорошо. Гоу, гоу. У меня полмеки есть, это очень радует. Берем две веточки. Эрка, вот этка. И вот так вот. Баклер и... Хедрес. Го-го-го. Братан, на тебе там. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Как же больно. Я весь дэмэдж на себя. И нету ни стиков, ничего. А чё, у нас были какие-нибудь еще кнопочки? У Леона был ульт. Было не было, жалко. Вот я, блин, затанчил, да, очень сильно сейчас. Ну, не думал, что если честно, там инвокер, а инвокер просто колдснапом стопорит и гг. Ну, оживленно. Но ничего страшного. Главное, главное, контент еще. Будет, чтобы сейчас игра немного подзатянула. Сейчас у меня мека уже почти есть. Будьте зыбс. О, смотрите, догнал его. Найс, молодчина. Почто. А, понял. Ну, такие ники я читать не могу. Без матов, так сказать. Че Леончик тут стоит? Посмотрите, иллюзия и как Леон, они почти как одинаковые. Лол. Так, СФ. Обходит. Так, дастики надо, ребят. Гоу, продадим. Вот эту тему. Баклер возьмем. Буцклер. Потому что баклер нужная тема. Не добьюсь, я тычку дам. В любом случае не добиваю. Оп. Почти есть у меня меканс. Мека в простонародье. Но до грифсов еще далеко. Ребят, у меня есть ревейдж. Можно это все реализовывать на самом деле. Где Лего? Лего, я не знаю, где Легион, но типа это плохо. Гашик. Не хочу прыгать под тавр. Не хочу, просто вот, ну хоть убейте, но не хочу. Я понимаю, что тавр сейчас будут забирать. Я лучше прыгну, когда начнется файт. Ну и чё? А вайпер почему развернулся? Ладно. Ладно. Почему вайпер развернулся? Я не понял. А мне ГГ тут. Никого рядом нету, да? Умер. Как же это плохо. ФК стоит. Жаль реально, что команда АФК, Леон вообще, то есть вайпер, я тут даю ревейдж, вайпер ничего не, вообще просто развернулся, ушел. Я фармить ушел. Реально, я пойду лучше пофармлю, потому что это как-то страшно. Это страшно. Сейчас могли изи, ну блин, кто-то был еще тут, Бара, по-моему, тоже развернулся, ушел. Видно, что чел идет, я поморгал, типа, ну никто не захотел. Ну ладно, моя ошибка, не могу прочитать тиммейтов. Обычно, если фидишь вот так вот, чисто беспорядка, ты не можешь прочитать тиммейтов. Потому что, как правило, тиммейты не все, ну, так мыслят нестандартно. Как, ну, как я пытаюсь мыслить. И поэтому выходят вот такие фид-конторы. Ну, а что поделать, что поделать. Как-то надо, надо подстраиваться под команду. Если команда не сильно соображает, тут надо как-то искать, так сказать, обходные пути для того, чтобы с командой делать дела. Потому что, ну, по-другому никак. Дофармить свои айтемы и пытаться уже душить. Потому что, ну, тут
Тут по-другому, ребят, ну никак. Левел проапали, сейчас два левела. Подошел крипом, два левела поднял, потому что после 11 левела растет как на дрожжах, как на мипа, как будто садишься. Все, и ребята пошли там драться, да? Хорошо. Ребят, ну есть мека, надо играть в поддержечку, все равно читать. Вот сейчас я не прочитал, что команда пойдет драться. Так, ну помогу я этому писюну, нет, не помогу. Поможет. Ох, хорошо. Гоу-гоу-гоу. Гоу-гоу-гоу, мека идет, ребят. Сейчас Ризраку надо пол лица снести. На. Дайте, душите его. Душите его. И вот этого пацана заодно. Вот этого пацана заодно. Да шо ж ты так жестко-то играешь на своем? Хорошо. Эх, и не достал. Вот так хотел достать. Дай меку, 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 дай и сливайся. Все, хорошо. Пофиг. Отлично. Меку главное взять, а все остальное пусть сливается. Так, есть у нас, ребят, Ravage. Играем на поддержечку, ребят, команда. Поддерживаем команду специально, чтобы команда была, так сказать, не трогай руну. Так сказать, чтобы команда чувствовала себя хорошо. Идем, как так сказать, всем, всем аульчикам. Все, спамим просто. Грифсы надо поднять. 20-я минута, уже надо грифсы взять, ребята. Ну, есть ревейдж. Ревейджем надо воспользоваться. Отлично. Не, ребят, я сам справлюсь, спасибо. Как раз апну 14-й. Так, хорошо. Ну, почти. Хотел пол левела за одного крипа. Так, есть. Убили Кробу. Убили Кробу, отлично. Так, ну что, ребят, 1200 на кармане вебмани, как говорится, и поехали, го. Манку одну накинем, как бы не убудет, 50 копеек, быстрее мана восстановится, чуть-чуть быстрее, на 2 секунды. Найс, 50 рублей, платишь 50 гривен, чтобы на 2 секунды ТП-шка. Так, берем дополнительные ТП и поехали. Все, можно душить, можно душить, собираться в пятером. Ну, ребята что-то сильно там побежали, не знаю, что-то как-то не очень хочется. Там вон файт прям под тавером. Ох, бесогоны, да? Засейвим пацана. На развороте дай ему. Хорош. Стой, отдай сало. Ты куда? Вот зачем к нему подходишь? В упор не подходи к нему. Он же тебя зарежет. Он же бешеный. Он же бешеный лесничок. На тебе. Давай, Леончик, с танчиком. Что за сайленс? Ты что, Леон? Можешь кнопки нажать? Что за... Эй, Леон, ну, братишка, ну, у тебя же все есть. Все же есть у Леончика. Почему-то Леончик зажопил очень сильно сейчас. Ой, какой Леон такой, знаете, хитрый. Дай-ка я застилю, говорит. И не получилось немножко. Ну, есть грифсы, ребят, пойдем на базу. Пойдем на базу, ребят, за грифсами. А что тянуть? Возьмем грифсы, а тем более сейчас команды нету. Оп, грифсы взяли, опа, дагер есть, опа, пошли душить. Вардики есть, карманчики, и поехали. Будет интересно. Так, что мы можем собрать против Ризрака? Конечно же, Сильвер Эйдж. Серьезно. Серьезно, а почему нет? Конечно же, Сильвера соберем. Сейчас гоу, вардики возьмем, ребята, и побежали. Завардимся сейчас. Что у нас по левелу, кстати? 15 левел у нас мидер, ну как и должен быть. И там очень сильно пропадает по левелу. По левелу очень сильно пропадает Крабелос там. Сларк у нас без Дарк Пакта, да? Понимающий Сларк. Чпоньк. Восстанавливаем манку потраченную. Хорошо. Что ж, надо завардиться, ребят. Гоу поставим один агрессивный вард, так сказать, видеонаблюдение в магазине сделаем. Чтобы, если что, кто-то захотел что-то своровать, мы обязательно... Так сказать, включили камеру, которая у нас тут стоит. И такие, ага. Да, тут тоже видеонаблюдение стоит в магазине. Да-да-да-да-да. Опасно. Там все. Б. Б. Не надо, Бара. Там в лесу еще кто-то под видеонаблюдением. О, СФ. А ну иди сюда. Иди сюда. Сариша делает с СФом. Сариша с СФом делают. Опа. Опа, снесли СФа. Опа, идем дальше. Вот это фингер. Так, мне Юл не надо, ты что?
У меня же дебафы всей хрени есть. New Will вообще нельзя нажимать на меня. Так, задушили одного. Я надеюсь, тут леги не будет. Не хочу ревейдж на него давать, ребят. Вот что хотите, но ревейдж на него не дам. Вот так вот сделаем. Отойти. Хорошо, контрим, пацана. Все, хотел, вот все, гашем сначала дать ему хотел. Хорошо, вот она, тиммейтская игра, ребят. Так сказать, хорошо разнесли. Лего тоже в шоке. Так, вот это у нас есть 3 секунды. 3 секунды. Хорошо, отлично, аркана. Хорошо душим. Хорошо душим. Дальше можем подушить немножко. Тэшку, тэшку, ребят, давайте побьем. Я потанчу даже. Чуть-чуть. Тэшку побьем. Да у меня голос пропадает. Что ж такое-то? Все, уходим на блиндагере. Так сказать, блинкаут. Гоу. Это будет страшно. Я вам отвечаю. Сейчас я такое соберу. Ты куда? Ну, unstoppable. И умер. Ну, что ж ты такой за писюнчика? Парень перенервничал, походу. Перенервничал у нас Леончик, руки трясутся. Ковардик сюда наглый. Го, посмотрим, что на руне, и идем вот это фармить. Инвиз, ну инвиз нам не нужен особо, но возьмем все равно для развития, так сказать, умственной деятельности. Ребят, кому заходят гайды, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте луицк. И, соответственно, будьте в теме по геймплею, по информации, которую я для вас доношу в определенных, так сказать, играх. Тут, конечно, на Тайда гайд я уже давно сделал, но этот гайд решил я перезаписать, вот именно крайнюю игру, потому что все же как-никак, ну, там запись со стрима, а записи со стримов я не люблю вставлять, вообще по-страшному, хоть убейте. Записи со стримов не люблю вставлять. И поэтому было решено немного перезаписать крайнюю каточку и, соответственно, выложить уже с обновленной каточкой, так сказать, гайд завершен полностью, чтобы было максимально все красиво, как я люблю для вас делать. Чтобы было все по кайфу, ребят. Чтобы вам нравилось. Так сказать, новая каточка на Тайде, так сказать. Те ребята, которые... Да что ж такое-то, ты-то можешь блинк сделать. Уф, извиняюсь, ребят, ну, кашель немного под душу. Так, снимают, смотрите, варды. Имба-варды снимают наши. Вот, блин, вот шарят, да, пацаны? По-страшному. Так, ребят, вижу тайминг. 53-я секундочка, соответственно, надо реюзать. Так, а дастиков-то нету у бары, зато есть 0 талисманчик. Вот так вот и живем, братцы. Так вот и живем. Так, ну там файт начинается. Не в нашу пользу. Гоу, поможем ребятам, возьмем вот эту тему. Я иду, ребят, я иду. Просто держитесь, живите. Держитесь, живите. Кто ж мне там написать, мне ж интересно. Так, иди сюда, на тебе, раз. Ага. Я вот так поспамю, но у меня тоже ничего нету. У меня тоже, ребят, ничего нету. Вот кто-то мне активно спамит ВК. Это очень плохо, не люблю. Гоу, продержим в комбате. Хорошо. СФ, отойдем от СФ немного. Нет, подойдем теперь. Оп, хорошо. Ребят, вот она сила Тайдхантера. Сила команды. Ребята молодцы, хорошо шарят. Гоу, дастики возьмем и цешечку. Отлично, гоу. Гоу, душим тэшку. Там, минус 3. Сейчас будет грифс. Молодцы, ребята. Леон, молодец, дизейблит, бара бегает. Все как надо. Вот она, я сейчас тебя забаню. Кто мне там? Мне Шерзот пишет. Пишет Шерзот с ДТБ. Пишет. Сейчас забаню тебя, Шерзот. Ты что? У меня, видишь, тут гайдик идет, братишка. Так, если честно, не люблю, когда начинает спамить, но он там, он мне годноту делает. Помните модельку СФ? Я просил, блин, такой, блин, бро, так хочу модельку СФ. Он в итоге... делал модельку, но она дропается, к сожалению. Так, отходим, ребят. Отходим, ну его нафиг. Го запушим просто. Ребятки, братицы. Братья наггетсы. Отходим. Да, будет хорошо, если... Оп.
Бэк. У меня есть еще Лотар. Как тебе такое, Илон Маск? Что ты хочешь от меня? Отстань. Отстань. А у меня Лотар есть, как тебе такое? А, наверное, сейчас такая в шоке. Чего? Лотар? Какой Лотар? Ты что, дурак? Так, продолжаем нашу интересную, увлекательную историю с этими эншентами. Сейчас, ребят, Грифс, Сильвер Эйдж сделаем. Будем перекрывать пацана. А может потом вообще в дэмэдж выйдем, чтобы все в шоке были. Вася, это что такое? Магай, биг даже. Вафиге, говорит. Гоу, по чуть будем подфармливать, через грифсы восстановимся. Потому что реген отличный, все хорошо. Так, есть Огр Акс. Тут тоже стакнем на 53 где-то. На 54, отводим, этого достаточно будет. Потому что я тебя люблю. Ребят, ну, надеюсь, такие каточки вам интересно смотреть, потому что это новая каточка, это интересно, это тоже потничок тут какой-то будет. Лего одевается, да? Лего одевается. Хорошо. На. Я хочу Сэндж дофармить тут примерно в лесу. Сэндж дофармить и уйти на базу. А лучше все вместе дофармить. И вообще сейчас лучше уже на эншентов идти, потому что сейчас уже времяце подходит. И, соответственно, можно будет... Так, надеюсь, он не на эншентов. Не, Леон точно не на эншентов. Сейчас такой Леон стоит, эншентов бьет с руки. Динозавров с этого, с ультимативной убивает. Хорошо. Ребята там, по-моему, сильно наглеют. Умрут. Кто-то из них точно умрет. Бара. Вангую, что это будет бара. Ребятки, оно того не стоит. Вот я сейчас пока до туда добегу, там уже не нужна будет моя хелпа. Пока я до туда добегу, ребята, дайте дофармить чуть-чуть дофармить. Примерно вот тут где-то. Оп. Чё не хватает? Рецепта, да? Еще одного рецепта не хватает. Опа, поехала. Фармконтора. Да не, мы не убьем его. Не убьем. Фармконтора, ребят. Почти как фит-контора, но только фарм. Но фит-контора тоже прикольно звучит, да? Типа вызываешь, алло, здравствуйте, мне, пожалуйста, одного легиона. Да, спасибо, заказ принят, ожидайте. Сейчас, секунду, ребят, вот так, гоу. Все, Сэндж есть, да? Сильвер. Сильвер есть, гоу, я готов. Сильвера можно будет выключить вот у него пассивочку, по крайней мере, посильнее долбить его, потому что у него очень много нюансиков. Да, можно по низу, в принципе. Рекуру. Отлично, Сильвер есть, можно поесть. А можно Рошу, да. Мне, в принципе, пофиг на Рошана вообще. Я у него не снимаю третьим биом, просто убьем его и все. Быстро тут. Тут быстро. Сейчас грифсы будут 20 секунд. Отличненько. Бара сейчас подойдет, Рошан начнет клепать. Это плохо. А может, быстрее убьем. Сларку дайте, я думаю. Хотя Вайперу лучше. Сларк без ста трясается. Окей, я возьму. Окей, я танкану. Гоу по низу. Я танкану по низу, ребят. Так, грифсы пока не буду юзать. Грифсы в драке, скорее всего, нажму. Хотя гоу. Так сказать, сейчас нажмем. И потом нажмем. Гоу, пробежимся. Нам Леончик нужен. Сейчас почекаем немного тут. Далеко не будем идти. Все, вот тут остановимся. На пригорке. Хорошо. Тайт такой необычный с Сильвером, да? Леона, да, ждем. Да. Плюс. Ждем Леона, ребят. Не идем. Ждем Леона.
Так, а хотелось так в четверых ворваться сейчас, божечки. Ну ничего, еще наше время придет, ребят. Некуда торопиться, потому что нужно сейчас выдержать позиционку и красиво, аккуратно зайти. Даже могу, в принципе, забежать сейчас в лотаре. Я начну. Так, кто там у нас? Я у него пассивку вырубил. Вот так вот делаем, отлично. Хороший врыв. Душим. Грифсы даю. Хорошо. Есть. Эх, меня сбрило просто. Меня просто сбрило. Вот засранец. Го-го-го, ударю его. Армора нету у него. Бей-бей-бей, у него нет армора. Хорошо. Плохо. Куда ты хочешь, соколик? Ах ты химселфер. Слушайте, ну не спушили мы, да? Леон там убивает СФ соло. Хорош. Но мы не спушили. Кто-то реснулся уже, да? Кто реснулся? Олега реснулся. Печалька. Ну что, ребят, надо что-то грозное. Прям... Дык, я собрал. Лол. Сларку надо еще. Еще и БКБ. Я ж собрал Сильвера. Сильвер это круто. Сларку надо. Можно вообще в демедж сейчас выйти. Так сказать, не стандарт увидеть. Так сказать, почувствую силу Левитана. Чудище заморского. Башер, знаете, сделать тук-тук-тук. Так, сейчас так спит какую-нибудь молнию. И душить. А гоу, а что нам мешает? Гоу? Что нам мешает? Мы ж наркоманы, ребят. Вы же смотрите стрим Азеса. Это значит, что какая-то наркоманская страта подъехала. Это фан. Билд. Поняли? Поняли. Фан билд. Опа. Я мне нужнее тогда. Сларку зачем? Не надо. У Сларка 20-й. Гоу, вот так вот. Хорошо, надо детекшн, ребят, детекшн надо. О, я грифсами снял. СВБКБ. Хорош. Это плохо. Это плохо. Отойти. Отойти. Позиционочку выдерживаю. Лего, 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 да? Го-го-го. Снял ему пассивку. Го-го-го. Изи каточка, еще молнии вылетают до кучи. Так сказать, наркоман в действии, Хиназисович. Страшно, вырубай. Я такого тайда боюсь, если честно, через Сильверон. Гоу. Есть у меня кнопочки. Леончик страшно делает. Через Сильверок, так сказать. Гоу, задушу сейчас зато этот тавр. Смотрите, как быстро душится тавр. Ох, глифчанский. Нет, тут надо блинкануть. Сейчас будет, ребят. Оп, даю вот такую штуку. У меня есть ревейдж. Интересно, у них есть там дасты? Сейчас прочекаем. Нет, дастов нет. Это радует. Кого? Сейчас кого-нибудь поймаю. Вот этого пацана можно ударю? Отлично. Отойти. Чуть-чуть мансуем. Мансуем, вижу ситуацию. Кто там лоу хп? Там Сларк лоу хп бегает. Лего. Не-не-не. Страшно, бегаю просто. Бить с руки. Гоу-гоу-гоу. Сейчас ему тычку дам. Страшно. Хорош. Жаль, детекшена у меня нету. Детекшена нету, это плохо. Ну, душим, душим, душим. Нижний тавер. О, еще тавер ломаем.
Дайте пройти, крипы. Ой, боже, сколько же я дэмэджа получил сейчас. Душим, душим. Сейчас грифсончики будут уже, ребятки. Да хватит закидывать. Буду мансовать влево-вправо, короче, от его этого. Хорошо, вайпер очень сильно пушит на своем втором. Недавно был гайд на вайпера. Мидер 0 просто, я бы... Я не пойду туда, не хочу. Не хочу допушивать там. Хочу молнию сделать по-страшному. Чтобы было. Гоу, немного кур, ребят, реюзну. А, я понял, не дают. Там кто-то сидит, как любят. Реюзнул бы и отправил бы в магаз. Ладно, так тогда сделаем, закупимся и тогда отправим в магаз. Все, есть у нас молния. Теперь будем прыгать, просто крутиться, разбивать всем лица. У них есть шанс. Не, а зря он блевнул. На самом деле. Зря. Ну, вот такая вот каточка, не знаю, наркоманские тайды. Двокер тоже ГГ, так сказать, изговняли игру на самом деле. Ну, гоу закончим уже такими айтемами, обоссали, так сказать, игру. Страшно, что ливнули, конечно. Но 40 минут, так сказать, хороших драк. И, пацаны, блин, ну, ресипи мой на базе. Ну, классика жанра, что сказать. Ладненько. Вот этот Ризрак, конечно, блин. Ну, в бан-лист таких. Он тянул как мог на самом деле. Но, типа, блин, обидно, что вышел. Конечно. И Вокер за ним тоже вышел. Ну, такое. 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 Ну ладно, сейчас пойдем last fight. Почему нет? Изикаточный last fight. Он молодец, Ризрак, но мне не нравится то, что он так. Ну, они, у них есть шанс, у них были шансы на самом деле. Под легионом, под Крабелусом. Задушить, так сказать, и изикаточно. Попробовать вытащить. Гоу, я иду сейчас там. Какой рампаге. Рампаге оформлю сейчас. Идет Тайтхантер. Рампаге делать. Сейчас, сейчас, сейчас. Они там его раздели. Так сказаться. Я не буду грифсы езжать. Хорошо. Иди сюда, инвокер. Дай за душу. Дай за душу. Дай задушить. Не-не-не-не-не. Я only хочу СФа. Чтобы у тебя пассивка не вылетала, гоу, я тебя так. Эх, что ж вы такие за задроты-то, а? Страшно, вырубай. Приоделись, пацаны. Хотят победку. Душим. Душим трончик. Не-не-не, мне не надо, братан. Я ударим его с бэкстеба. Будет интересно, если он вылезет и таки попытается меня убить. Так и не решается, походу. СФ, не надо, не души. Боже, такой бред, если честно. Че у нас там один барак? Чпоньк. Все. Ребят, ну я не знаю, такая вроде интересная игра. Так сказать, саппорт игра с хардлайна. Но вот, конечно, подставил немного Ризрак их. Вылетел, ну как вылетел, он сказал, что тянуть, типа, ГФФ. А на самом деле шансы у них были выиграть. Там Легион, там СФ, СФ просто немного, нужно было СФу немного времени и все на самом деле, ребят. Так что вот такая вот каточка. Ну, хз, как бы,
Надеюсь, все равно вам понравится, потому что мувы красивые были, тоже ревейджи в четверых, хорошо, такая необычная сборочка. И, в принципе, это все, ребят. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и будьте всегда на позитиве, друзья. Всем удачи и хорошего настроения. С вами был Азиз. Не забывайте меня, какой я есть, чтобы по фану вам всегда вот так вот было интересно. Делаю для вас вот такие вот видосики. Все, гейл, ребят.